Девочки, такой волшебный вид. Я тут посидела, пообедала, так сказать. Попила чаю горячего. Здесь такое местечко, пенечки, столики. Девочки, значит, шикарный-шикарный вид. Просто волшебный вид. Вид, скажем, на волшебный мир, который скрыт вот этими каменными глыбами. Девочки, там точно что-то волшебное скрыто от нас, недалеких. Так, еще вот что я нашла, девочки. Все-таки это можно брать, девочки. Вот так взял и пошел, девочки. И пошел. Вы ж понимаете, я ж это не пропущу, девочки, ни за что. Вот, поэтому мы берем вон плозы, девочки, реклама. Реклама, плозы, пожалуйста, все для вас. Приезжайте, бесплатно можно воспользоваться, значит, подпопником таким. Вот, и сейчас мы пойдем на бесплатную горочку, значит, тестировать вот этот подпопник. Девочки, вы же знаете, мне ж надо ж ни дня без горочки, девочки, ни дня. Так, это можно оттуда съезжать, да? Туда можно, можно сюда, скорее всего. Ну, здесь уже никого нету, здесь я видела, дети катались, но я думаю, что, может быть, в первый заезд как-то чтобы, не знаю, девочки, как вы считаете, может быть, сюда пойти налево, девочки, налево нужно сделать пробный заезд, пробный, девочки. Нет, какую-то такая крутая горка, это ж это на этой штуке, да, как она называется это, девочки? Это ж будет чувствоваться каждая кочка. Каждая. А вы же знаете, как меня тянет на все кочки. Вот, по крайней мере, ну, может, не меня, может, мои санки. Но санки ехали, девочки, только по кочкам. Такое впечатление, будто они вот прям, девочки, подпитывались этими кочками. Как троллейбус, да? Или там этими рогами, да, питается электричеством. Так вот это, наверное, мои санки, девочки. Так, а это точно для санок, да? Что тут на меня сейчас не вылетит? Девочки, все, сейчас смотрите. Я высоко сильно не пойду, потому что я на этой штуке ни разу не каталась. Девочки, вы же знаете. Ой, там какой-то лыжник. А что он тут делает? Тут как бы не лыжная трасса. Здесь для таких, как я, неумех, трусих и так далее. Ой, я крутенько, слушайте, а страшно. Девочки, страшно. Вы же меня знаете, я трусиха. Ой, трусиха. Так, вот там попроще горочка была. Че я сюда полезла, непонятно. Блин, а страшно как, а? Девочки. А ну-ка. Сейчас укладываем эту штуку. А как ее впереди надо держать, да? Ой, девочки. Ой, я что-то еще в проводах. Надо, наверное, провода отключить. Ой, девочки. Ой, фу, страшно, а? Сейчас надо, наверное, у меня тут на зарядке стоит. На зарядку установись у меня. На зарядке стоит телефон. Сейчас, девочки. Будете пока так. Сейчас этим проводом. Ой, так страшно, девочки. Очень страшно. Как это? Держаться надо, да? А ну, вот так, да? Девочки. В общем, это. Поехали. Так, вам куда лучше? Ну, лучше не на меня, да? Девочки, девочки, как страшно, мамочки. Ой, 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 ой. В снегу. О, как я тормозилась на себя, девочки, все себя. Ой, смотрите. Ой, девочки. Ой, за пазухой. Девочки, у меня даже внутри. Ой. Ой, девочки. Ой, это было так страшно. Ой, я даже не видела, куда я еду, потому что я. Ой.
тормозила пятками. И вот это все, что, значит, от хода торможения, девочки. Ой, надо все теперь вытряхиваться. Девочки, я просто вся, просто засыпана. За пазуху тут надо зачехляться. Девочки, ну вы же понимаете, что я же на этом, да? Понимаете, знаете, да, уже знаете. Девочки, ну знаете, что ж делать. Ой. Теперь оно все внутри мокрое. Ой, к лицу так неприятно. А, или это лицо мокрое? Не, девочки, это уже все мокрое. Это мокрое все. Потому что... Ой, тормозилась этим же, вы же понимаете, да? Пятками, что это же летело, все. Так, а ну там, Гурочка, может там получше будет, а? Девочки. Не, я, наверное, еще раз на этой. Так, еще у меня нету, надо какое-то полотенце брать, да, девочки, или как? Ой. Ой, девочки. Ой, страшно было, так страшно. Слава Богу, быстро. Быстро, девочки, не успела сильно испугаться. Ой, я даже не видела, какой прекрасный, чудесный вид, куда я съезжаю, девочки. Даже не видела. Я вообще ничего не видела, потому что у меня, не знаю, как вам там записалось, просто лавина снега на меня летела от, значит, того, как я тормозила. Ну как, я не то, чтобы тормозила, но мне ноги же некуда деть было. Естественно, они тормозили. Ой, ладно, сейчас едем еще раз, девочки. Ой, фу. Ой, страшно было, девочки. Страшно и ничего не видно. Ой, фу. Так, девочки, сейчас поедем. Так, я туда уже выше не буду подниматься, наверное. Там есть, вон подальше есть. Тоже такая подлиннее трасса. Так, а это у нас куда ведет? Непонятно. На всякий случай дальше не пойдем. Так, а как сделать так, чтобы пятками не тормозить? Тихо-тихо, рано-рано! Аля! Девочки, я не могу зацепиться! Я сразу съезжаю. Я же еще не села. Ой. Ой, а что я туда? Я туда не поеду, девочки. А как мне теперь? Я ж в елку сейчас поеду. Девочки, я ж поеду в елку. Ой. Ой, девочки. Ой. Я уже вся. Ой, вся мокрая. Так, я в елку. А как? А как переехать? Девочки. Ой, девочки. Тихо-тихо-тихо. Рано-рано, Галя. Ой, мне тут эта штука перекосилась. Тихо. Девочки. Девочки, я не туда еду. Я еду в елку. Девочки, девочки, ну пожалуйста. Ну я только не в елку, ну пожалуйста. Боже мой, шапка слетела. Ой, очки слетели, девочки. Ой, я вообще вылетела. Ой, девочки. Ой, боже. Ой. Ой, девочки. Ой, боже, как это было весело и страшно. Ой, аж слезы брызнули. Девочки. Ой, какие потрясающие виды, девочки. Наверное, я здесь лучше просто погуляю, девочки. Так, там, похоже, увидели, что я ехала, а сейчас тоже будут лезть дети, да? Я тут так красиво летела, девочки. Вы же знаете, я же умею красиво лететь. Значит, сделать сальто.
Ой. Вон детки красивенько пошли. Сейчас я посмотрю, как они это делают. Перчатки у меня, конечно, не предназначены для снежных всяких, ой, процедур таких. Боже, это представляете, это как надо было? А что, я ударилась, что ли, да? Или что, как так получилось, что у меня очки слетели? А, девочки, ударилась, что ли? Вроде нет. Вроде бы. Вроде ничего. Вроде нормально. Вон дети пошли, пошли. Так, пойдем мой капюшон. Капюшон слетел, и шапка, и очки вообще улетели. Ой, девочки. Фу. Ой-ой-ой-ой. Боже, как вот это они с верхотуры этой летят, девочки. Я не представляю. Не представляю. Мне бы там и памперс бы не помог, девочки. И вообще. Фух. Вон, детки, себе поехали красивенько. Но я же еще телефон... Кстати, заметьте, телефон из рук. Я не выпустила. Видите? О! Это мастерство! Хорошо. Девочки, надо все-таки, наверное, мне еще съехать. Я пойду на ту маленькую, наверное, девочки. Потому что тут я так... Еще с повора на повороте так вылетела. Ну его в баню. Ой. Вот я сейчас с детской маленькой горочки красивенько съеду. Но мне надо еще для ног брать. Вот это только для попы. А мне надо еще для ног. Так, ноги может в пакет засунуть, как вы думаете? У меня еще пакетик есть. Сейчас они так тормозят. Ой, здесь тоже горка такая приличненькая, я вам хочу сказать, девочки. Ну такая, да, приличная. Ага. Так, а на санках я здесь не поеду, потому что я ж полечу туда, девочки. Прямо туда полечу. Я ж разгонюсь. Так, сейчас попробуем тут съехать. С маленькой горочки. С маленькой девочки. Фух, ой. Вот это адреналин, боже мой. Там, наверное, сейчас может смотреть, думаю, господи, прям, ой, прям такая горка, прям так кричать, так кричать. Ой, девочки, знаете, как страшно. Ох, непонятно вообще, куда ты летишь. Так, ну там тоже высоко уже, я же высоко не пойду. Мне же вот такая малюсенькая надо горочка. И как раз, чтобы там был, значит, когда уже съезд, и чтобы было под, ну, под гору, наверх. Как будто, ну, чтобы я тормозилась естественным путем. Естественным. Аля, естественным. Так. Девочки, совсем высоко не пойду. Ой, я там... Ой, девочки, я ж без памперса. Я туда точно не пойду. Я вот тут сейчас. Девочки! Опа! Поехали. Ой, так что ж такое? Что-то я... Разворачивай так, а! Ой-ой-ой-ой-ой! Да что такое? Ой, девочки, что-то у меня не получается ровно съезжать. То ли я изначально неровно сажусь, ой, то ли еще что. Ой. Так, ну тут еще хоть как-то съехалось. Фух. Ладно, сейчас, как говорится, еще пару раз еду. Это так уже, чтобы, вы же знаете, ни дня без горочек. Вот. Потому что завтра я уже буду с санками здесь. Пойду уже туда на Розальм. Потом на этот Рудиран. Вот. Я, конечно, не подготовленная, девочки. Управлять санками я так и не научилась. Они у меня неуправляемые. Не знаю. Почему? Они вообще-то такие, ну, большие, очень двухместные, такие тяжелые. И, может, надо вдвоем, я не знаю. Ну, в общем, девочки, как-то не получается. Я попробую сейчас этого Розальма, там, в принципе, попроще, мне кажется. Так. Ой, девочки, все равно страшно. Страшно, потому что
эта штука. Еще поворот. Вон, видите, моя траектория. Я еду зигзугом, девочки. Вот по прямой и красивенько поворачивать вот не получается. Я еду вот просто вот так вот, девочки. Вот так вот мы едем, вот так вот едем. Вы же понимаете. Так, ну сейчас я опять сажусь. Так, тихо. Блин, девочки. Ой. Ой. Фух. Ой, страшно. Страшно, потому что она опять тут на повороте. Я сейчас, меня как закрутит, а у меня сзади рюкзак. И на спину падать вообще как бы не вариант. Вот. А когда так вылетаешь, то ну как бы не на живот летишь, да? Может быть, его, конечно, наперед переодеть, да? Боже, чем дальше, тем страшнее. Опа, опа, опа! Хорошо! О, хорошо, девочки! Девочки, это было хорошо. Это мне понравилось. Ой, хорошо. Но мало, девочки, но мало. Ой, Аля, давай еще разочек. Может, уже повыше. Надо попробовать повыше. Это было уже лучше. Не, ну там на повороте я вылечу, однозначно. Ладно, девочки, была не была. Все, Аля, давай, давай, Аля. Вперед, вперед, Аля. Девочки, надо съехать повыше. Все, поднимаемся. Значит, идем вместе со мной. Так, девочки. Ой, тут, конечно. Опс, 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 высоковато, девочки. Ну ничего, тренируемся. Ой. Фу, дыхание, конечно, сбивается. Кое-кто уже давно не бегал. Ой, красиво как, а? Обалдеть. Девочки, а мы туда. Мы туда. Ой, тут прямо так тяжело, тяжеловастенько подниматься, девочки. Фух. Так, и тут же зигзуг. Ой. Ой-ой-ой. Ой, девочки. Ой. Фу. В принципе, можно и тут пока что покататься. Прям туда идти, да? Девочки, мне уже тут и так страшно. Девочки. Ой-ой-ой, как страшно. Я ж просто... Видите, как оно идет туда? Ой, я ж полечу прямо. О, я ж себе все отобью. Опять. У меня только синяки попроходили. И то еще не попроходили. Девочки, синяки не прошли, честно. В районе колен там просто было все фиолетовое. Так как я судорожно ноги прижимала к санкам. Девочки. Опа! Фу. Сюда. О! Ой, девочки, страшно. Очень страшно, честно говорю. Прям страшно. Ой-ой-ой. Аля-галя. Галя-галя. Ой, девочки. Ну, очень страшно, честно говорю. Ой, не знаю, как я тут поеду. Девочки. Честно говорю, прям страшно очень. Сейчас дети будут съезжать оттуда, похоже. Девочки. Фух.
Но у них другие санки. У них попроще. Ну, в смысле, у них... Девочки, сажусь я, наверное, тут, пока они не едут, да? Пока они там снимаются. Девочки, так страшно. Вы не представляете, как страшно. Я ж трусиха просто очень большая. Мне... Девочки, не едут они там на меня. А ну сейчас, подождите, мне надо тут ровно сесть. Ой, боже, как страшно. Мамочки, как страшно, девочки. Так, а что там едут? Девочки, они на меня едут. Поехали, Галя, Галя. Ой, ой, боже. Ой, господи, я ничего не вижу. О, ой, девочки. Естественно, я вылетаю. Ой, 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 ой. Ой, девочки. Ой, ой, как он жжется, этот снег. Ой, ой, девочки. Девочки, вон наши санки. Ой, ничего не вижу. О, о. Вот это я съехала, девочки. Отбила себе все. О! Так, кому там надо? Антицеллюлитный массаж, девочки. Я вам хочу сказать. Ударно-волновая терапия. Девочки. Халя. Ой, девочки, у меня все и внутри, у меня все просто, просто все. Так, а я ж почти съехала, да, девочки? Как бы, да, ну просто меня, как всегда же вы знаете, меня же выносит. И я просто не видела за вот этим вот, как бы, фонтаном снежным. Я вообще не видела, куда я еду, девочки. Поэтому я уже... Вот так вот, девочки, ехала. Ой. Ой. Слушайте, ну, антицеллюлитный массаж хороший. Я вам рекомендую, девочки, рекомендую. Фух, ничего, сейчас подсохнем. Сейчас немножко... Я вообще не вижу так слегка в отражении, потому что у меня развернута камера. Не хочу тут перчаткой, девочки. Ой. Ну что, еще разок? Не-не, все, Галя, Галя, пожалуйста, ну все, ну честное слово, я больше не могу. Не, девочки, надо еще разок. Не, ну блин. А что-то тут лежит, девочки. Что это такое тут? Что-то такое кругленькое лежит. Что такое? Какая-то бумажечка. У кого-то что-то тоже вывалилось, девочки. Не только я тут вылетаю. Не, это было, в принципе, прикольно, девочки, но я, похоже, ехала не по трассе, да? Я, похоже, вот там, да, летела. Девочки, не по протоптанной, да, дорожке, а я так прям на, говорится, на фрустец, девочки. Летела по своей, значит, траектории. А что я должна, да, по заданному маршруту? А я вообще, что я должна, как все, ехать? Ой, девочки, не, Галя, все, пожалуйста, уже все отбито. Ой, и продолжаем идти, девочки. И продолжаем идти. Ой, я ж уже вся мокрая. Галечка, ну, пожалуйста. Что ж тебе не имется, а? Ой, господи. Ну, сходила бы в спа. Не знаю, там жра, выпива. Ну, сходила бы, не знаю, там горячий джакузи. Полежала бы вот на открытом воздухе. Посмотрела бы на горы. Не знаю, выпила бы шампанского в конце концов. Нет. Вот надо искать себе приключения на задницу. Отбитую уже до нельзя. Ой, девочки. Ну, что ж поделаешь. Ну, вот такая уродилась. Что поделаешь. Надо смириться. Так, мужчина, вы там зря вообще это затеяли. Становиться на моем пути очень и очень опасно. Просто... Ой, девочки, очень травма опасна. Не рекомендую. Ой. Фух, вот я ехала.
Не, я пыталась все-таки, девочки, рулить. Пыталась. Я вот вижу свою траекторию. Девочки, вот она. Естественно, мы заехали. Ну, вы же видите, да, как я ехала, девочки. Можно было вот тут съехать. Можно было вот тут поехать. Нет, мы ребром. Девочки, мы ребром ехали. Ну, естественно. Кто бы сомневался. Ой. Девочки, ну что, совсем на верхотуру опять идти, да? Или так, по-скромному? Девочки, как вы считаете? А как можно так ехать, чтобы как бы это... Ну, как бы так притормаживать, ну вот чтобы не накрывало снежной волной, а? Чтобы вот не на гребне волны, да? А как-то так, как бы под волной, что ли, а? Девочки. Не, ну совсем туда я не пойду. Наверное, отсюда. Да и так, да и то страшно. И то страшно. Так, ребята, уходите оттуда, потому что... Ой, себе дороже. Фух. Ой, вид какой обалденный. Просто обалденный. Ой, девочки. Это, представляете, даже я трезвая, представляете? И пить не надо, чтобы повеселиться. А вы говорите, а? Ой, девочки, так страшно опять вообще. Опять себе что-то отбить. Этот рюкзак сзади, честно. Как говорится про танцоров, девочки, это все про меня. Вот мне все мешает. Все мне мешает. Все мне... Вот. Может, у меня изначально вообще ноги перепутаны, потому что непонятно. Так, тихо-тихо, без меня чуть не уехали. Девочки, я такая трусиха. Я прям не знаю, что делать с этим. Так, давайте попробуем так потихонечку. Надо просто понять. Девочки, я потихонечку спросила. Тихо-тихо-тихо. О, девочки, я поняла. О, отлично, так. Все, девочки, я поняла. Только теперь надо туда попасть. Да не сюда, надо туда попасть, девочки, подождите. Меня понесло вообще не в ту степь. Сейчас подъезжаем, девочки. Нетрадиционным способом. Девочки, тихо-тихо. Надо попасть вот сюда. Да не. Девочки. А ладно, короче, как получится. Опа. Девочки, опять. Меня все отбито, ё-моё, блин. Ой, девочки. Ой, санки мои, поехали дальше. Ой, девочки. Ой, господи. Ой, девочки. А где мои очки? Ой, так, тихо. Девочки, как я там выгляжу? Ой, девочки, так, спокойно. Наушник выпал, девочки, ничего страшного. Так, очки, девочки. Фух, я вообще не вижу, я вам попадаю. Я только вижу зеркальное отражение. Ой, так, Галя, что сидим-то? Что встаем? Ой, все, девочки, все. Сейчас на слово больше. Ой, там вот мужчина едет. Тоже брат. Друг. Ой, боже. О, вот как надо. Видите, а я тут нужно разворачиваться было. Вот молодец, видите? А, это надо ноги поднимать, девочки. Это нормально, окей. Так, девочки, я, может, был ноги поднимать, а я ими только торможу. Но если я подниму ногу, девочки, ноги. Две ноги. Пока что, слава богу. Господи. Вот, то это. Я ж это, девочки. Отобьешь себе копчик окончательно. Он уже у меня и так. Он у меня отбит еще с далеких спортивных времен. Девочки, батутных, естественно. Потому что с батута мы тоже вылетали. Ну, слава богу. Ой, девочки, недалеко летели, невысоко. Опс! Вообще провалилась, девочки. Ой, господи. Так что ничего. Ой, девочки. Вот это, видите, тренировочная вот у меня присутствует база, да, когда вот... Вовремя надо сгруппироваться, девочки. Вот, видите? О. Все, я, в общем, девочки, беру эту штуку. Сейчас я ее там повешу обратно. И все. Девочки. На этом мои горки на сегодня закончены. Ну, это было весело. Честно скажу. Не скрою. Массаж седалищного, в общем-то, задней, скажем так, как сказать... подушки безопасности. В общем, ну, массаж получен.
девочки, получен. Слава богу, она немного отмерзла. Болевой... Болевой шок не наступил. Отсутствует, девочки. Задница заморожена. Боли не ощущает. Вот. Ой, хорошо как, а? Фух, девочки. Ой, волшебно. Я просто вся иду в слезах тут, короче. Мокрое лицо, естественно, забрызганное, девочки. О, даже не буду вам показываться. Или буду? Девочки, а? Как вы? Как вы считаете? Так, а где мой капюшон? Капюшон там хоть жив, здоров, девочки? Надо накинуться, потому что... Ой, девочки, прохладненько. Ой, боже мой, а он там тоже в снегу. И все за шиворот. Ай, ладно, подумаешь. Да, все равно уже там много. Девочки, совет. Когда едете с горки, зачехляйтесь, девочки. Чтобы сюда внутрь ничего не проникало лишнего, чужого. Ой, девочки, какие эмоции, что вам сказать. Вы же мои горки видели разнообразные. Ой. Смотрите, как красиво. Девочки, все остальное меркнет. Вот рядом с таким красивым видом все меркнет. Ой, волшебно. Наверное, я тут посижу, девочки. Посижу. У меня есть еще чай. У меня есть еще конфетка. Так что жизнь прекрасна. Понаблюдаю за более удачливыми товарищами. За более смелыми. А, надо же вам сейчас, я же доказательства сейчас же пишу, что я же вернула, девочки, я же вернула. Вот, пожалуйста, вешаем. Все, спасибо. Благодарствуем. Все, сейчас тут посидим, девочки. Ой, что, вас тоже поставить, да, девочки, тоже поразглядывайте, да? Сейчас я тут вас поставлю на треногу. Ой, будете тоже смотреть. Ой, девочки, заметьте. Ни разу не выронила телефон из рук. Все слетало. Шапка в одну сторону, очки в другую, капюшон в третью, рюкзак там на бекрень. Ой. В общем, лицо засыпано снегом, ноги, в общем, короче, в позе непонятной буквой ЗЮ, да? Девочки, а телефон из рук не выронила, а? Девочки, а? Молодец. Молодец. Так, а что это у меня тут еще за провода? А, это ж я... Ага, зарядка у меня тут. Понятно. Ой, надо же телефон на зарядку. Точно. Все, девочки, заряжаемся и пьем чай. Все, а вы? Так, может, вас на лыжников направить, девочки? Будете тоже со мной, как бы, да, наблюдать. Вот они оттуда. Ну, уже мало их, девочки, уже их мало. Ну ничего, понаблюдайте сейчас туда, сюда, в общем, везде. Посмотрим, я вас буду крутить. Так, кто, кому надоело, отключайтесь там, кому не нравится, тоже. Так, все, я достаю чай, девочки. Вот мой термосик, пожалуйста. Вот сейчас я допиваю чай, как раз мне будет легче нести. Чая как бы уже и мало совсем. Ну ладно. Вот еще лыжников вам видно, да? Отлично. Вот я понимаю. Вот это я понимаю. Вот молодцы, да? Девочки. А? Так, а где-то у меня еще была конфетка, девочки. Конфеточка. Одна, правда. Ну, последняя, самая вкусная, да? Надо больше с собой брать, Галя. Больше. Не хватает. Так, что у меня тут? Дольчиано какое-то, девочки. Вот, пожалуйста. Видно вам, нет? Дольчиано. Так, подождите, а вообще подъемник вам, девочки? До скольки работает подъемник? Так, до 16:30, да, подъемник, девочки? Так, девочки, конфетка, пожалуйста. Моя конфеточка, девочки. Девочки, волшебно.
Так, я же если опоздаю на подъемник, девочки, мне придется съезжать. Поскольку лыж у меня нету, мне придется ехать на трассе, которая для саночников. Представляете? Мне придется вернуться вот за этой штукой, потому что санок у меня нету. Мне придется вернуться за этой оранжевым этим подпопником и съезжать, девочки, 9 километров, почти 10 километров. По трассе мне надо будет ехать. Угу. Так, сейчас сколько? А, еще у меня час есть, отлично. В принципе, он тут за поворотом уже почти, подъемник, так что ничего страшного. Время еще есть. Угу. Вот молодцы, да? Класс. Маленькие детки едут и вообще. А Галя там с горки. Угу. Класс. Здорово, какая. Вот то, о чем я вам говорила, что светлые одежды лучше не одевать. Видите, как плохо видно? Можно так на скорости не заметить. Так что, девочки, если кто поедет, берите одежду поярче. Так, ну все, все, все съедено. Все выпито. Еще есть, конечно, сок у меня. Ну, ладно, уже не буду его пить. Я так его взяла. Вдруг мне там надо будет срочно порция сахара. Вот, поэтому я его так взяла на всякий случай. Ну и конфеты, естественно, у меня тоже на этот случай. Ну, конфеты я съела, девочки, а сок пусть еще полежит. Ой, красота. Так, развернуть вас теперь на другую позицию, да, поставить, девочки? Сейчас, секундочку, секундочку. Давайте так посмотрим теперь, как вам, девочки? Классно, да? Девочки, это, наверное, тоже будет в закрытом доступе, скорее всего. А может и нет. В общем, я посмотрю. Ой, как хорошо здесь. Вот тоже едут. А там некоторые так красиво прыгают еще с той стороны. Вот видите, задом, задом. Там кто-то прям аж фристайл делает. Ну, типа простому. Ну, так просто прыгнул. У меня так аж там, аж девочки. Так попроще, конечно, сажаю, да? Сон
солнце уже, можно сказать, садится, да? Почти. Потому что здесь еще светло, а стоит на подъемнике опуститься в долину, и там вообще темнотища, скорее всего, уже. Это уже, смотрите, все. Классно, да? Такие цвета разные, совершенно разные, девочки. И желтые, и фиолетовые какие-то, и оранжевые. Там больше такие серо-голубые. А с той стороны, я когда шла туда, в сторону Розальма, там прям такое небо было серое, темно-серое. Вот я думаю, что, возможно, что-то там, что-то идет какое-то к нам. Ой, снежное облако. Ой, девочки, что вы наклонились? Сейчас, секундочку. Опа. В белом проехала только что девушка. Вообще не видно, девочки. Вообще не видно почти. Вот видите, в темном, в желтом там. Красном вот их видно, а в белом сливается вот со снегом и все. А там, видите, такая получается трасса, пересекается пешеходная и лыжная. Стоят такие тоже соответствующие знаки, предупреждающие. Ну, нам как, я как сейчас пешеход, да, у нас стоит, значит, что предупреждение, что может вылететь птичка, ну то есть лыжник, да, пролететь может мимо вас, над вами, или захватить вас и уже лететь с вами, да? Вот. Но я думаю, что у них тоже там чего-то тоже стоит, какое-то предупреждение, скорее всего. Потому что они же там вылетают вообще, за поворота им вообще не видно. То есть, скорее всего, предупреждение какое-то есть. Красота. В общем-то, уже можно двигаться в сторону дома. Да. Сейчас уже будет солнце быстрее садиться. Раз, и все. Вот, а там нужно еще на подъем. На подъемнике быстро спуститься. В принципе. Минут, по-моему, 10 он едет. Подъемник. Спуск вниз. Вот. Там еще на автобусе мне надо будет минут 20 едет автобус с Бриксин. И, может быть, ждать его еще придется. Ну, папа с сыном. Вот молодцы. Чик. И мальчик такой тоже чик. Папа оглядывается, где малой? Или они маму? Маму. А он мама. Девочки, вот у я должна быть. А тут должна... О, вот у я должна быть так, девочки. Наверное, маму ждут. А мама тормозит во всех смыслах. Видите? Боится, наверное, тоже, да? Притормаживает что-то она. Боится, да? Наверное, боится. Да хорошо, хорошо у тебя получается. Молодец. Или тут тоже дочка, может. Умница. Молодец. Да, она боится. Она потихонечку едет, боится.
Вот они ее все время ждут. О, ну кто там кричит? Моя подруга, наверное. Опа, чик. Класс. Вот тоже вообще молодюсенькие, вообще дети, по-моему. Что там, штанишки спадают, да, поправил. Маленький ребенок, лет 8, наверное. Ну, здесь вообще маленькие лялечки едут. Я как увидела, я честно, я бы вообще не поверила, вообще, если мне кто-то сказал, что такие маленькие могут с таких горок съезжать. Девочки съезжают. Удивительно. Для меня это вообще удивительно. Ну, тут они, конечно, если это местные, да, которые там с детства приучены, научены, умеют и не боятся, то, конечно. Тут уже в моем возрасте, да, представляете, полжизни прожито. Ну, треть так точно. Попробуй сейчас меня на лыжи поставь. Ой, не, я в детстве каталась, в принципе. Мы же в Монголии катались. Нас с этих сопок. Сейчас поставь меня, девочки. Ой-ой-ой-ой, еще было бы. Говорю, все лавины тут от моего крика сошли бы. Везде. Все круги. Уходить не хочется. Ладно, девочки, все, репортаж на сегодня окончен. Я думаю, что завтра я с новыми силами приеду уже с санками здесь и пойду на какие-то серьезные горки, конечно. Там на Рудиран, на Розаль, туда пойду, короче, девочки. На этих уже детских я не буду съезжать. Так что все. Все, девочки, пока-пока.